Всем доброе утро. Сегодня для всех зрителей моих, которые не живут в Эстонии, я хочу показать, как у нас работают посылочные автоматы. Они у нас разных фирм представлены. Вот там дальше тоже есть посылочная фирма ДПД. А вот здесь вот Омнива и есть еще одна. Так, сейчас я, значит, вам покажу, как она работает. Здесь можно отправлять посылки и получать посылки по Эстонии. Значит, показываю. Нужно коснуться экрана. Можно выбрать язык общения. Значит, я нажму русский для того, чтобы было всем понятно. Забрать посылку. И необходимо набрать код. Так, набираем. 76 01 58. Это код посылки. Теперь нажимаем кнопку подтвердить. И вот дверца открылась. И там я могу забрать свою посылочку. Так, желаю ли распечатать квитанцию? Нет. Вот так вот происходит то, что я получила сейчас посылку, вы видели, просто немножко сбилась, потому что там уже обычно очень мало народу, а сегодня вот, ну, как всегда, как начинаешь снимать, сразу откуда ни возьмись, собралась очередь. Ну, не одна я получаю посылки. В общем, принцип вы видели. Эта посылка была мной оплачена заранее, поэтому я ничего не платила за нее. А есть такие, ну, другой вариант тоже существует. Если, допустим, я еще, ну, сделала заказ, но не оплатила его, то все происходит точно так же. Только вначале нужно набрать код и оплатить покупку. А вот. Вот так вот выглядит этот посылочный автомат со стороны. Очень удобно, не нужно для этого стоять в очередях на почте. Можно прийти спокойно и получить, забрать свою посылочку. И точно так же, если, допустим, товар не подходит тебе, то можно его вернуть обратно. Вот это то, что я хотела сегодня вам рассказать. Всем желаю приятного дня и всем пока-пока.